Так, здорово, дружище, нет времени что-то объяснять. Меня зовут Саша, ты на канале Князь, я все равно все объясняю. У нас выпуск про бездонатный аккаунт, который качается с чистой силой. Ёпта! Я не боролся со злом. Я должен был бороться со злом, но я примкнул к этому злу. Ребят, акт бездонатный, все как обычно. С восставал. Все, с ума схожу, короче. Ничего перезаписывать не буду. Оставлю плейлист в описании. Там все выпуски с этого аккаунта, друзья. Кому интересно, кто развивается, недавно начал качаться. Заходим, смотрим, что там получается, как бы и прокачиваемся, да, ребятушки? Вот, чтобы поменьше вопросов было. Что у нас получается? У нас получается, играем мы без доната. Сейчас заберем халяву, она нам нужна все-таки, как бы, сами понимаете. И прокачаемся. Прокачаемся по полной программе. Ёпта. Короче, вау! Ясно, все. Сашку пора на замену. Сашка уже все. Сашка уже поплыл. Забираем халяву отсюда. Ну, как бы, господи, такой бред. Зачем? Зачем эта акция вообще существует? Парящий остров. Вангую упадет 50 красных кристаллов. Как я и говорил, ребят. Слушай, у нас на яйце уже накопилось 227 этих кристаллов. Елки, фотопыли. Надо будет паролить. Ставь лайк, не забудьте, ребзи, давайте, я не знаю, вам же не трудно. Несколько тысяч это видео по-любому посмотрит. Ребят, просто возьмите, поставьте лайк. Пожалуйста! Так, ёперный этот театр, это мы забираем. Так, окей. Все. Что у нас остается? Так, у нас ничего не остается. Нам нужно зайти в кузницу. Мы же будем прокачивать героя. Нужны самоцветы. Потому вот заходим в волшебную кузницу. У меня тут есть коды 1151. Давай. 1151. Соединить. И мы должны получить камни судьбы. Отлично. Так, дальше. Соединяем 2114. Как 2. Так, вон. О, все, обновили. Нормально. 2-1. Так, я специально собирал эти камушки. 2-1-1-4. Так, что мы получаем? Мы получаем банку с самоцветами, ребзя. Воу. Дальше перезагружаем. Следующий у нас код какой? У нас камни пламени 1500. 1-1-3-3. 1-1-3-3. Соединить. Интересно, у меня получится забрать все награды или нет? Дальше, ребятушки. Камни пламени мы получили. Кристалл боевой обезьянки. 20 штук. 3-1-2-2. 3-1-2-2. 2-2, я сказал. Соединить. Отлично. Значок таланта титула. 70 штук. Ясно. Сейчас все будет. Значок таланта титула. 2-3-2-1. 2-3-2-1. Соединить. Да, детка. Дальше. О, что у нас? Ящик с частями облика героев. Серьезно, 2-2-1-3. 2-2-1-3. Давай. 2-2-1-3. Соединить. И последняя руна эмблем второго уровня. 2-2-2-2-2. Окей. 2-2-2-2-2. Давай. 2-2-2-2. Соединить. Ну и что? Мы все награды забрали, у нас еще тут целая куча всего. Ну-ка. Так, пока соединить не могу, надо везде что-то выставить, да? Ну давай. Вот так вот соединяем. И еще нам дадут всякую фигнюшку, ребята. Всякую фигнюшку. Так, сегодня будет стрим по Таркову. Будет интересно, потому что там будет очень сложно. Так, забираем халяву. Как бы, ладно. Так, теперь заходим, открываем халяву. Ой, не сюда, заходим. Ваши подарки. Сегодня прокачаем героя. Сейчас узнаете, какого. И далее. Далее что мы сделаем? Далее попробуем рошануть какие-нибудь локации. Я надеюсь, что-нибудь получится, что-нибудь изменится. Или не рошанем, не знаю. Так, ну как бы, как прокачаем? Ну как...
На что ресурсов... Каком, раком, боком и подскоком. На что ресурсов хватит. Так. Тут у нас мы получаем облики. Потом впоследствии надо проверить. Может, что-то можно будет прокачать. Короче, сейчас будем бесконечно прокачивать аккаунт. Так, замечательно. Дальше. Окей. Дальше, не останавливаемся. Ебой. Так, и как бы тут уже фигня полная. Так, здесь у нас тоже фигня полная. Ну, на этом мы не останавливаемся. У нас доступно что-то получить все. О, опа, маны не хватает. Вот, кстати, с маной. Ману жалко, ребят. Ману жалко. Так, у меня 1000 самоцветов. Это у нас пойдет непосредственно на роллинг созвездий героя. Так. Давай, надо здесь немножко прокачивать. Получить все. Прокачали. Дальше что? Дальше снова маны не хватает. Ой-ой-ой, давай открываем ману. Ману жалко. Ну а что делать? Что делать, друзья? Вот эту штуку нужно тоже обязательно прокачивать. 2 миллиона маны. Дальше. Подожди. Все, я не туда тыркаю. Все, я что-то не то хочу. 100 тысяч этих красных камней надо. Ну, мы сейчас откроем. Че бы нам не открыть? Мы вообще возьмем сейчас, не знаю, на максимум вот это откроем. Вот это возьмем, откроем. Тут сколько я на максимум смогу? А, я тут все смогу открыть на максимум? Нет, так не катит. Нам надо 100 тысяч. Давай сделаем 100 тысяч. Ну, давай 200 тысяч сделаем. Наперед. Окей. Да, нам же еще потом синие кристаллы понадобятся. Получить все. Да, мы это сделали. А, и дальше, я так понимаю, не могу или могу? Доступно. Нет, недоступно больше. Все, мы прокачали на максимум силы. Ясно. Ясно. Ну ничего, красавчики. Сил. А, видишь, надо было сначала прокачать ее, когда у меня была большая сила. И потом, конечно, это все слить. Ну, ничего страшного. Переживем, ребят. Не самая большая проблема. Проблема у нас самая большая, это то, что у нас нету самоцветов. Так, а теперь мы возвращаемся вообще к герою, которым будем заниматься. Здесь стоит священная... Фу ты, что это? Каменная кожа. Это как бы совсем не пойдет. Давай поставим священный огонь. Священный огонь у нас, по идее, да, он у нас есть. Просто берем, открываем и, ребята, ставим. Ну, пришло время ворожея, целую кучу надо героев прокачать. Да, вот так вот поменяем. Заменить. Дальше. У меня как бы и улучшать нечем. Понимаешь? Улучшать-то нечем. Ну, хотя у меня 400 тысяч самов. А, этих камней 70. Этих камней мало. Давай этих купим. Давай этих камней купим. Мы можем себе это позволить. Этих камней и так достаточно. Ясно. Так, улучшаем раз, улучшаем два, улучшаем три, улучшаем четыре. Ну, давай на максимум. Хотя, опять же, герой у нас не будет на максимум. Что у него с судьбой? Слушай, с судьбой у него все грустно. Ну, ладно. Мы берем ему, сейчас сделаем эволюцию. Ой, вы посмотрите, что у нас тут появилось. Так, слушай, золото и мана заканчивается. Это очень грустно. Это только огорчает. Ну, ничего страшного, друзья. Просто заходим, усовершенствовать. Дальше. Эволюционировать. Повторок у нас, конечно, нету. У нас, кстати, 33 тысячи кгшек осталось. Надо будет распаковывать. Ладно, и теперь просто вот так вот. Опа. Что у меня опять не хватает? Золота не хватает. Ёперный ты театр. Ну ладно, давай открываем золото. Слушай, как оно заканчивается. Да, недолго музыка играла. Слушай, ну у нас уже 6 героев будут со второй эволюции. Усовершенствовать. Так, улучшить навык. Усовершенствовать, улучшить навык. Так, добавить опыт. Давай. Полетели, не останавливаемся. Так, уже тех книг не хватит. Так, а вот уже за 180 я перегнать не смогу.
А, просвет у нас, кстати говоря, и так на максимуме. Это хорошо. Так, ну ладно. Будем, значит, использовать только золото. Ой, у нас золото начало выходить быстрее, чем мана. Усовершенствовать. Так, дальше. Улучшить навык, добавить опыта. 5 левелов добавляем. У нас 4000 книг, мы можем себе это позволить. И эволюционировать. А вот тут у нас уже как бы появились проблемы. Но у нас есть вот эти вот штуки, которые мы можем продать. Слушай, подожди, сколько у нас? 280 продать? Давай 80 продадим. Давай продадим 80. Есть. Теперь у нас много кгшек. О, я тут даже квест какой-то выполнил. Еще 300 самоцветов. Слушай, это нам понадобится. А скидки есть? Скидончики? Нет, на смену созвездий скидончиков у нас, к сожалению, нету. Ну, ничего. Давай эволюция. Используем кгшки. Да, детка. И теперь просто гоним левел. Так. Соты. Снова золота не хватает. Золото прям реально... Прям, ребятушки, на расхват. Золото прям на расхват. Я надеюсь, разработчики продолжат его раздавать бесплатно. Так. Усовершенствовать. Улучшить навык. Добавить опыт. Добавить опыт. Давай. Книг у нас тоже этих хватает. Да, это все, ребят, халява. Это все без доната. Дальше, ага, ну, последний, ну, хотя нет, не последний раз золото открываем, нам золото на самом деле будет конкретно скоро не хватать. Так, тут мы еще 350 самоцветов зарабатываем, слушай, это прям радует. Так, усовершенствовать, и, конечно же, мы его прокачиваем на максимум. Почему? А для того, чтобы прокачать прорыв. Ой, ну шо, так, вторая эволюция, давай прорывчик. Воспламенение. И тут просто ставим авто. Все, погнали. Я тут могу с вами немножко расслабиться. Или взять этот момент, перемотать. Как обычно, сейчас каждого героя, которого качаем на вторую эволюцию, мы делаем прорыв 10. Давайте я тут вместе с вами попарю немножко. Ребзя, ну а чё? У нас домашняя обстановка, просмотров мало. Мы с вами такая маленькая семья. А что бы мне хотелось с вами обсудить? Не знаю. Вы мне пишите, ребят, пожалуйста, в комментариях, какие видосы вообще для вас снять. Потому что вот сегодня я сидел и думал, вообще, что снять? Заявок на роллинг нормальных нету. Вот, одна только там на 1 апреля, другая под акцию. Потому, конечно, сидим и думаем, что снять. Пишите в комментариях, что снимать. Вот. Так, 6. Еще многие пишут в комментариях, сними видео про ФК-арену. Я не знаю, все с ума сходят. Надо, наверное, снять. Ну вот. Чтобы вы уже от меня отстали. Ой. Так, ну что, у нас уже 10-й прорыв сейчас будет. Попью кофе вместе с вами. Так, 9-й прорыв. И теперь смотришь, сила прибавляется, и ты понимаешь, что это все без допов. Все это чисто ганчиком. Так, отмена. Все, 10-й прорыв есть, друзья. Мы красавчики. Опа, тут... А, я думал, самоцветы получу, но нет. Угу. Что нам еще качнуть? Конечно же, нам нужно качнуть, наверное, судьбу. Потом пойдем... Ой... Что, золота не хватает? Ну, что ж ты будешь делать, а? Потом, конечно, пойдем качать снаряжение. Давай. Судьба. Улучшить. А камушки-то закончились. Погнали. Что, так, конечно, ну, не улетят все кулаки, но, тем не менее, камушки закончились. Теперь у нас в ход пошли кулаки. Так, снова... О, все, золото закончилось, ребзя. Теперь у меня будет настоящее мучение.
Настоящее мучение. Хотя на самом деле нет. Надо флаги купить. И тогда будет все хорошо. Давай зайдем сейчас как простые смертные. Замок гильдии. Вот. Бодрость. Флаг. Все, купили. А, так, идем еще золото набьем. Так, тут 600 тысяч. Ну, давай. Замечательно. Так, продолжаем. Тут у нас что? Тут у нас золота мало. Тут мало. Так, ты лям. Лям золота. Ёлки-палки. Слушай, ну это, конечно же, круто. Главное, героев не терять. Ну, все, набили на максимуме. На максимуме, ребятки, даже перематывать не буду, потому что это все произошло достаточно быстро. Судьба. Вообще, конечно, можно было не священный огонь, а огненную защиту наролить в вороже. Ну, пускай будет так. О, у меня даже повторка вороже есть. А пускай, давай повторку используем. Так. А, все, бац, и судьба закончилась. Ну и как ни крути, а судьба просто моментально, елочки-то-палочки, заканчивается. Надо будет как-то, когда мы как нужных основных героев на максимум прокачаем, запущу стрим там, где всех остальных героев прокачаю, там, на первую и вторую эволюцию. Ладненько, ладненько, 139 тысяч силы, 21-е, ладно, переживем. Смотрите-ка, у всех четенько 10-й прорыв. Дальше, судьба, судьба, эмблема, эмблема, давай мы ему... Я даже не знаю, что ему поставить вообще, где мы... А, ну давай, воодушевление. Давай воодушевление, дальше, снаряжение, получить, улучшить. Так, книжки тратим. Окей. Все, теперь на максимуме. Улучшаем. Аугментация, повторок нету, но они нам и не нужны. 170 силы плюсом. Я не знаю, конечно, логичнее было бы. Ребят, логичнее было бы. Сейчас просто везде пятерки наролятся. Но давайте рискнем, попробуем уклоны долбануть. Попробуем долбануть уклоны. Не знаю, получится, не получится. Хотя, я думаю, что вряд ли. Ну, хотя бы 1/5 уклон. Да, мы можем потратить 2000 самов, и у нас не будет. Тут третий, второй, четвертый. Господи. Давай четвертый оставим. Ну, это прям жестко. Третий нет. Еще один четвертый уклон. Как трудно жить без доната-та-та. Да, не, походу, это... Это все, ребята, мимо. Короче, пятерки оставляем. Один раз 450 бьем. И просто падает херня. Ладно, зато у нас есть карточки. Да, у нас здесь есть карт. Может, здесь пятый уклон выбьем. Получится, может, выбить. Но не факт. Давай, до 5 карт. Точность, жизнь. Да твою ж... О! Ну, хотя... Ну, хоть как-то, ребят. Ну хоть как-то. Давай, а дальше что? Мы вроде ему тут все, что могли, ему прокачали. Давай тогда герой. Ронин остается. Ставим всех со второй эволюции. У нас теперь появились 6 героев со второй эволюции. Окей. Дальше. Тут уже проверяем. Можем воодушевление поставить. Так, дальше. Что у нас тут еще? Фрея.
Ну, тоже непонятно с ней. Но у меня и воодушевления большой кучи нет. Здесь какое воодушевление? А, я ж тут все снимал. А я-то думаю, о, у меня восьмое воодушевление появилось. Как классно. Нет, восьмое воодушевление, походу, надо этому дозику поставить. Нет, походу, надо пересобирать героев. Я ж тут все эмблемы все снимал. Так, ладно, отсюда мы убираем воодушевление. Воодушевление ставим господину Фрэнке. Где-то у меня ж пятое воодушевление стоит, а? Так, здесь у нас окей. Здесь, ну, допустим. Ну, здесь, ну, может быть, пускай... Хотя... Нет, давай, давай поставим воодушевление. Так, сюда мы, не знаю, ремку поставим. А сюда седьмое воодушевление для волн. Так. Окей. Окей. Тут ладно, питомца уже менять не будем. Он ни на что не повлияет. Заполняем гарнизон. Ну а чтобы был. Че, зря придумали, что ли? Конечно, грустный гарнизон у нас. Ну, что, что как говорится, какой есть, друзья. Так. 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 Дальше. Так, как вы думаете, я долго буду восстанавливать свою силу, которая у меня была? Так, везде гарнизоны стоят. Давай попробуем пройти волны. Расстановка у нас не самая такая подходящая. Давай. Это волна АХ. Давай посмотрим, что из этого получится. Я, правда, не помню, как правильно ее проходить. Так, ну, Фрэнки у нас должен отрабатывать. Ну, тут я говорю, тут проблема. Тут проблема не в героях. Тут проблема именно в том, что здания все вышатывают. Вот какая проблема. Так. Ну-ка. Ну, слушай, идут с правильной стороны, по идее. Идут с правильной стороны, и мы их разбираем. Если пойдут снизу, будет проблема. Так, малышник отработал по... А, ну все, у нас... Вот сейчас будут здания выносить жестко. Вот, потому что... Потому что... Ой, запарила эта реклама в Блюстаке. Потому что всех юнитов убрали. Зданий становится меньше. Сейчас малыши Ники всякие. Вот, смотри, просто вышатывает здание. И нам повезет, если Фрэнки малыша Ника убьет. Но он не убьет. Он убил одного. Да, убейте Дракоса, убейте. Не дайте ему включиться. Убили. Ну, сейчас малыш Ник тут отработает по зданиям и ГГВП. Или тут нету малыша Ника? Аллилуйя, да ладно. Слушай, а мы долбанем этого босса или нет? Вообще, если не ошибаюсь, там, там надо был стрелок, чтобы его убить, чтобы пройти эту волну. Ну, слушай, пока вроде справляемся, давай ускоряемся. Хватит времени, не хватит. Да, нам хватит времени, друзья. Мы прошли АХ5 волну. И остаются две героические таблетки, которые не разрушились. Замечательно прям. Да, мы... Что? Он взял и вышатал всех героев? Сука такая, а? Ну, без юнитов тут бесполезно, я думаю. Жесть. Ну. Короче, да, вместо Ронина надо кого-то прокачать. Надо вместо Ронина кого-то прокачать. Слушай, как это, блин, падла умудрился убить героев? Вроде и прорывы десятые. И вражей... с воодушевлением должен был отхиливать.
Не, ну как бы да, понятно, у нас там не самое лучшее созвездие, но тем не менее. Вот что это сейчас за глюки? А, это называется «В битве замков нету багов». «В битве замков нету багов», отлично. И что, нам проигрыш засчитают, да? А, нет, мы получили опыт. Я уже думал... А, ну видишь, здание ушатали. Подожди, ладно, давай не будем лениться. Даже мы, знаешь, возьмем, ускоримся. 4 дня. Так, есть. У нас 5 строителей свободно. Давай. Таблетки сможем прокачать? Давай. Ускорение. 6 дней. Давай еще таблетку улучшим. Ускорение. Да, блин. Блин, жесть. Подожди, ну давай ману расчехляем. И последние ускорялки используем. Герой, подожди. Таблетка. Улучшить. Ускорение. Ну и, конечно же, соответственно, ничего не хватит. Мы сами в этом убедились. Ладно, давай лепим юнитов. Лепим, ребята, юнитов. Тра! Я уже думал, все, победа. Победа у меня в кармане, ребята. Я уже думал, блин, все прекрасно у нас. Я думал, ура, ура, ура. Обрадовался. Ну, как говорится, нет. Как говорится, нет. Ладно. Замечательно. Ну. Давай быстрее уже прокачивайся, когда уже придумывают прокачку одной кнопкой-то, а? Так, давай. Волны. Ахэ, полетели. И просто жмем ускорение. Видим, что нам, мягко скажем, не сильно везет с созданиями. Так, АХ-2 прошли, зданий нету почти. Да, нам бы побольше воодушевления. Слушай, мы дошли до АХ-5 волны. Снова, смотри. Одна таблетка есть. Но герои не выдерживают, герои ломаются. Герои ломаются. У нас там Фрей осталось. Посмотри на эту суку. Мы просто не выдержим. Ронин остается один жив. А что? А какие герои тогда могут помочь? Я не знаю. Че он так ворожея вырубает? Мне что тут? Нужно, блин, всем прорыв 20-й прокачивать? Ну, бред же. Я думаю, надо следующим тогда Анубиса прокачать. Следующим героем. Поставить место Ронина. Вот, и надеяться, что все будет хорошо. Самоцветов, правда, нету. Ну, как есть, прокачаем. Да, созвездия, конечно, важны. Ну, ладно, я думаю, что на этом все. Пожелаю вам огромнейшей удачи, ребятушки, и всем пока!